хороший день. Испытываю палочку Райоби Эксцея. Да? Самые лучшие впечатления пока на сегодняшний день. Посмотрим, что будет. Уже немножко ее нагружал. Уже пытался в траву затащить. Все вроде бы пока не сломано. Все работает. Слышно поклевку. Издалека слышно. Сейчас блесну взяла вообще поперек. Четыре рыбы уже на ней. Очень приятно, когда в день испытаний получаешь еще и поклевки. Только что была поклевка. Два раза атаковала. Один раз ударила, догнала, второй раз, но не села. Сейчас проверим. Что она хочет? Сто процентов была поклевка. Две подряд. Она ударила, догнала и еще раз ударила. Ну, прогулялась, наверное, больше не будет. Еще одна рыбка. Еще одна рыбка. Еще одна рыбка. Экция отрабатывает отлично. Хорошая рыбка, по-моему. Хорошая рыбка. Так, куда мы будем брать? И где мы будем брать? Ох, какая. Сейчас будет вылазить. Ох, Женя, Не в этом дело, там рыба хорошая. Еще все. Еще больше, чем та. Слышишь? Да. Еще больше. Смотри, на что хапнула. Понял, да? Ну какое? А, это полое? Да. Ушла. Ну ладно, все равно красота. Есть еще рыба. Опа. Есть. О, сегодня четвертая. Хорошо. Родная. Успокойся. Жека далеко убежал. Сейчас посмотрим, серебро или старое серебро. Тарарирарара. Эх, какая красота. Ах, какая рыба. Ах, какая, как палочка новая отрабатывает. Ах, ну просто бомбомет. Как красиво, как красиво. Ну иди сюда, родная. Отпущу. Опа. Тихо. Тихо, бля. Тихо, куда ты ныряешь? Подлюка.
палка проносит очень сильное, сильное испытание. Очень сильное. Опа. Какая красотень. Жень! Цепляем, пошли гулять, отпускаем, серебро красивое, хват, ну-ну-ну, пошла красота, так. Ладно, надо ответить. Хорошая рыба. Хорошая рыбка. Хорошая рыба, бля, стала.